Это город Барнаул. Для города Барнаула с новосибирскими приветами. Это Андрюха Бессонов, группа Крым. Чего же более? Ну, нас только что засняли на сотовый телефон. Какой-то пацаненок вон там. Вот. Это же как бы интересно, как бы сейчас такое время, что все снимают на сотовый телефон. Что-то кто-то падает на сотовый телефон. Бабушка упала, поскользнулась. На сотовый телефон, скорее всего, снять. Как, в каком она ракурсе-то? Смешно, упала. Кто-то дерется, да, надо быстрее заснять. Скандалит, заснять. Кого-то избивают, добивают. Почти вот до смерти. Надо заснять. Вместо того, чтобы подойти и помочь. Отбить человека. Вот. Самолет падает. О, надо успеть заснять. Блин, не успел заснять, как взорвался самолет. 180 человек погибло, к примеру. Вот такое время. Интересное время. В интересное время живем. Вот. Но мы на самом деле представители группы Крым и вообще представители города Барнаула. Может быть, ну, как бы я не скажу, что одни из лучших представителей, просто одни хорошие представители, в хорошем смысле этого слова, хорошего города. Вот, мы верим в то, что наши дети не будут такими бессердечными и тупыми. Небесная маята чуть светает и ноги в брюки, следит за тем, чтобы все цвета переливались в звуки, чтобы правда была одна и чтоб хватало на всех весны. Там, где на теплой планете, там, где на теплой планете замерзают цветы. Стуру, но может быть наши дети, мы верим в то, что наши дети принесут доброты этому миру. А земная любовь растет. Да что озоновый слой, что и пепел, когда с той стороны нас ждет тот, кого ты в толпе не приметил, от кого не умея любить, отрекался под страхом судьбы. Там, где на теплой планете, там, где на теплой планете замерзают цветы. Сдуру, но может быть наши дети, я верю в то, что наши дети принесут красоты, доброты этому миру. О-о-о, эй-эй, ла-па-ла, этому миру. Ла-а, эй-эй, ла-этому, этому миру. О-о, эй-эй, о, этому миру. Спасибо за внимание. Это город Барнаул для барнаульцев и для новосибирцев. С новосибирским приветом. Вот такой синтез. Вот такая музыка у нас.